Я собираюсь на проекте Hamster Combat заработать реально $1 000 000. Как я собираюсь это сделать? Листинг Hamster Combat будет 18 июля. Вот, смотрите, я заработал на этом проекте без вложений. То есть еще не было листинга, и вот, смотрите, я уже заработал. Если вы хотите упустить возможность всей своей жизни, пожалуйста, закрывайте видео. Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео, наконец-то из нового офиса. И сегодня будем говорить о тапалках, о тренде, который просто покорил весь мир. И раз пошла такая жара, я собираюсь на этом сделать огромные деньги. И сегодня расскажу вам, как я собираюсь это сделать. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Мы будем говорить сегодня о всех топовых проектах. Поговорим о хомяке, конечно же, о пикселе и о тап-свапе. Итак, ребята. Как все начиналось, да, совсем недавно, ну сколько там, 2 месяца назад, никто не ожидал, что вот пойдет такой тренд. Я не думал, что вот я на основной канал буду записывать видео о каких-то, блин, тапалках. Как все начиналось? Все начиналось с ноткоина. Вот, есть бот в Телеграме, запускаем его, там тыкаем и зарабатываем деньги. Многие скептически к этому всему отнеслись, я в том числе, я сделал несколько постов в Телеге. И мне на листинге дали $25 000. Прикиньте, да, $25 000, я вообще ничего не вложил. А на пике, если бы я не продал, вообще было бы $70 000. Вот с этого все и началось. Очень многие проекты просекли эту фишку, ну и понеслась. Ребята, смотрите, если вы это все хейтите, пожалуйста, закрывайте это видео. Если вы хотите упустить возможность всей своей жизни, пожалуйста, закрывайте видео. Таких возможностей очень давно не было. А возможностей такого масштаба не было никогда. Никогда не было возможностей такого масштаба. Подумайте над этим. Почему вот я так открыт этому всему? Вот многие мне говорят: Тарас, куда ты вообще полез? Зачем тебе это все надо? Какие-то дурацкие тапалки, хомяки, какие-то игры. Это вообще несерьезно. Ребята, я уже говорил, я смотрю на это как на возможности. Смотрите, я не знаю, чего ожидать от номер один криптопроекта в мире. 150 миллионов активных игроков, 50 миллионов подписчиков в Телеграме. Я не знаю, чего ожидать. Знаете, кто знает, что ожидать? Вот хейтеры, они все знают. Они говорят: да, Тарас, это все фигня, тебе дадут там $30. И люди, у которых вот низкий уровень финансовой грамотности. Вот они все знают. Но откуда вы можете знать, что нас вот ожидает с этим проектом? Возможно, я на этом проекте заработаю несколько миллионов долларов. Возможно, я этого не отрицаю. Если этот проект потом покорит весь мир, он уже покорил как бы весь мир, а если у них будет, как они заявляют, 1 миллиард игроков, это возможно, возможно. В наше время уже все возможно. Вот новые рекорды в Телеграме, новые рекорды в Ютубе. Обогнали даже Мистера Биста. За неделю Ютуб-канал Hamster Combat набрал больше подписчиков, чем набрал Мистер Бист за неделю. Прикиньте, вот вам новые рекорды. В Твиттере, везде, в Телеге, вот новые рекорды. Мы не знаем, чего ожидать от этого проекта. Окей, пускай этот проект не оправдает ожиданий. Но я хотя бы попробовал, я получил опыт, я вообще ничего не теряю, потому что инвестиции, вот они у меня есть, деньги вложены, да, деньги работают на меня. Я ничего не теряю, если я зайду в этот тренд. А какие возможности там меня ждут, я не знаю. Но я точно знаю, что буду очень сильно жалеть, если эта вся тема полетит, а я туда не зайду. И вы тоже очень сильно будете жалеть. А не дай бог, вы зайдете уже потом, в конце, на эйфории, когда все уже будет скамиться и нужно будет оттуда уходить. А вы зайдете, а вас будут закрываться, вы потеряете деньги, вот тогда будет печально. Так что думайте сейчас. Как по мне, ну просто глупо игнорировать проект с самой большой аудиторией в мире. Глупо игнорировать проект, который опережает на сегодня все топовые криптопроекты. Вот все проекты в этом списке. Даже биткоин. Потому что биткоином пользуются на сегодня 160 миллионов человек. А общая аудитория у Hamster Combat 240 миллионов человек. Ну прикиньте, какой тренд. Какое вот идет массовое внедрение крипты. Да, не так, как хотелось, наверное, многим криптонам через какие-то серьезные проекты. Да, пускай этот тренд идет через хомяка. Но какая разница для нас с вами? Где большая аудитория, там большие деньги. А деньги зарабатываются за счет других людей. Короче, ребята, вы как хотите, а я из этого проекта буду выжимать просто вот максимум. Давайте, начинаем по порядку. Начнем с хомяка. Если будет прям мировой тренд,
Я собираюсь на проекте Hamster Combat заработать реально миллион долларов. Как я собираюсь это сделать? Ребята, в проекте Hamster Combat основной движ пойдет после листинга. Так что вообще не парьтесь вот насчет этого листинга, кто там сколько кому даст. Все говорят, что мало насыпят. Да, там выделили всего лишь 1%. Насыпят реально очень мало. Но, друзья, это вообще не важно, потому что основной движ пойдет после листинга. И вот я собираюсь вложить в Hamster Combat большие деньги после листинга. Я собираюсь туда проинвестировать. Вот так я буду действовать. Но я буду действовать так только в том случае, если подтвердится моя теория. А я предполагаю, опять же, я только предполагаю, что токены Hamster, они будут задействованы в игре. То есть нам нужно будет активно покупать токены, чтобы что-то качать в игре и чтобы за это получать уже реальные деньги. То есть токен они не уронят, как это было с ноткоином, а наоборот, они сделают так, чтобы он нам пригодился, и люди его будут покупать. Вот только в таком случае я проинвестирую большие деньги, только в таком случае. И в таком случае, да, пофиг уже, сколько там выделили на тот дроп, это уже не важно, потому что основной момент заработка будет зависеть от того, когда вы зайдете проект. Если вы зайдете прямо на первых порах, будете, так сказать, опять же, в начале пирамиды, вы заработаете. А вот все остальные хомяки, да, они потеряют. Вот только в таком случае. Поэтому нужно заходить будет на большие деньги и сразу. Опять же, я вас ни к чему не призываю, это моя теория, опять же, это я буду так действовать, если вот все будет вот так, как я думаю. И в таком случае заработают здесь только дисциплинированные, не жадные люди со своей стратегией. Все, остальные все здесь сольют деньги. Кстати, вот недавно токен Hamster залистили на бирже Bybit, это очень хороший знак, правда, пока на премаркете, но, блин, это топовая биржа, и там уже прям пошел такой большой ажиотаж, токен вырос уже в 3 раза. Также вот недавно в своем официальном телеграм-канале проект Hamster Combat упомянул Паша Дуров, это тоже очень хороший знак, плюс в игре ввели недавно новую лигу, и с хомякатом тоже сделали Пашу Дурова. Чтобы попасть в эту лигу, нужно иметь на счету 18 миллиардов монет, от 18 миллиардов, но почему именно от 18 миллиардов, да, а не от 10 миллиардов или от 20 миллиардов? Может, это намек на то, что листинг Hamster Combat будет 18 июля. Кстати, ребята, кто еще не зарегистрирован на бирже Bybit, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, чтобы получить доступ к максимальным бонусам. И для меня у вас есть очень крутая новость. Если вы уже зарегистрированы на бирже Bybit, но регистрировались не по реферальной ссылке, вы можете легко стать моим рефералом. Вы можете в описании просто перейти вот по ссылке. Там я оставлю ссылку на форму, вы переходите, и вот открывается у вас такое окно, но оно у вас только откроется, если вы будете залогинены на бирже. Только в таком случае, и это работает только с компьютера, с телефона это не работает. В общем, если вы залогинитесь на бирже и перейдете по моей ссылке, у вас откроется вот такая вот форма, и вы можете просто вот мой реферальный код скопировать вот сюда, здесь написать причину, пропустил реферальный код, нажимаете отправить, и все, и вы становитесь моим рефералом. Вот так все просто. Но, ребята, это только в том случае, если вы ничей реферал. Если вы регистрировались без партнерского кода, не по реферальной ссылке. И в таком случае, вот вы можете стать моим рефералом и получить доступ ко всем бонусам, плюс получить доступ к наградам, которые я лично буду разыгрывать, а я буду делать крутые акции, буду разыгрывать там десятки тысяч долларов, вот ребята просят, буду делать турниры, но эти награды смогут получить только мои рефералы, это все только для моего комьюнити. Вообще этот месяц у нас, говорят, будет вот прям решающим, потому что наконец-то залистится хомяк, будет листинг пиксель-тапа. Но опять же, они это все могут бесконечно переносить, потому что вот TopSwap сообщил, что они переносят листинг на 3-й квартал. Но вообще, какая разница, когда там тот листинг? Нас с вами что, время поджимает? Кто-то брал на это все кредиты? Нужно кредиты гасить или что? Время нас не поджимает, мы просто сейчас сеем семена и все, и просто ждем. Ребята, это все бесплатно, блин, я вообще не понимаю, как можно это все хейтить, если это все бесплатно. Вам даются такие возможности бесплатно. Че вы это все хейтите? Вот у меня нету рефералов. Да у меня тоже не было же рефералов. Я же тоже с самого нуля себя создавал. Вообще ничего не было. Спал на вокзалах, бомжевал. Ну как-то смог? Как-то смог вот к этому всему прийти. Просто постоянная работа над собой. Постоянная работа. У всех есть телефоны. У всех есть доступ к интернету. Снимайте видео о проектах и грузите их в TikTok, в Instagram, создавайте
аккаунты под вот эти вот тапалки и просто вот привлекайте рефералов. Все просто. Я писал вот об этом в своем открытом телеграм-канале. Первая ссылка в описании. Зайдите, почитайте. Там пост, по-моему, 26 июня. Как заработать на Rolls-Royce с помощью вот этих тапалок. Это реально. В наше время это реально. Я там все расписал, прописал цифры, что нужно делать, чтобы заработать на Rolls-Royce. Вам даются просто все возможности. Все возможности, и причем это все бесплатно. И люди еще недовольны. Вот как нам без рефералов. Так работай, чтобы привлечь этих рефералов. Грузи видосы, трать на это время. Да, на это нужно тратить время. Да люди же и так, ну, залипают в ТикТоке, в Инстаграме, просто залипают в ленте, там часами могут сидеть в ленте, листать вот эти видосики, смотрят сериалы. Реально, люди могут сутками напролет смотреть сериалы, играть в игры, но вот на тапалке у них нету времени. Не на тапалке, не нужно тыкать, блин, еще раз, не нужно тыкать, нужно развивать свой проект. Нужно привлекать рефералов, нужно заниматься контентом. Нужно этим заниматься, можно даже снимать без лица, можно делать запись экрана, монтировать как-то красиво. Да боже, это все можно изучить. Еще преимущество вот нашего времени, да, в том, что вы же можете отсортировать видосы, которые попадают в топ. Это же такой простой лайфхак, я сам этим лайфхаком пользуюсь. Все вот топовые блогеры этому учат. Просто берете самые популярные видео, которые залетели, и делаете такие же. Просто авторские делайте, просто переснимаете. Пытаетесь также делать сценарий, улучшаете там сценарий. Все делайте так же и заливайте, и просто пачками заливайте. Нужно брать количеством. Если у вас ничего нет, если вы полный ноль, у вас вообще нету никакой аудитории, нужно брать количеством. Так вы сможете опередить всех. У вас конкурентное преимущество в этом. Я не буду столько роликов грузить. Да, сколько я роликов загрузил о хомяке там? Ну, штук 5, может быть. Все, 5 роликов я только загрузил. А вы по 5 в час должны грузить, в час. По 20 в сутки вы должны грузить, понимаете? И вот таким образом вы сможете меня обойти. Я с вами конкурировать не смогу, потому что вы возьмете количеством. Какой-то ролик залетит и потянет остальные ролики. Вот как качать вот эти вот тапалки. Так, давайте перейдем теперь к остальным проектам. Следующий проект у нас это проект Pixel Tap. Смотрите, ребята, я работаю только с Pixel Tap, не с Pixel Verse. То есть с проектом в Телеграме, с тапалкой в Телеграме, это Pixel Tap. Есть еще Pixel Verse, это прям полноценная игра, она не в Телеграме. Вот я качаю только Pixel Tap, который в Телеграме. Смотрите, что здесь нужно качать. Здесь нужно качать доход. Здесь все как в хомяке, как в хамстере. Там нужно качать прибыль в час. Здесь нужно качать доход. Чтобы качать доход, нужно качать роботов. Ссылку на Pixel Tap вы сможете найти в описании, также в моем открытом телеграм-канале, вообще в описании я оставлю ссылки на все проекты. Ну и следующий у нас проект, второй проект, криптопроект в мире, это TapSwap. Листинг, я уже говорил, они перенесли на третий квартал. Опять же, за всей такой вот информацией следите в официальных телеграм-каналах. Здесь, ребята, смотрите, вот в TapSwap, здесь вот все в точности, как в ноткоине. Просто тапаете по экрану и зарабатываете монетки. Чем больше монеток, тем лучше. Все. Ну и приглашайте друзей. А, еще очень важный момент о Pixel Tap забыл сказать. В этом проекте вы можете зарабатывать реальные деньги до листинга. Смотрите, ребята, они разыгрывают каждую неделю вот $200 000, $300 000. То есть они берут 500 случайных человек, которые пригласили от 4 друзей, и между ними вот будут разыгрывать каждую неделю реальные деньги. Вот, смотрите, я заработал на этом проекте без вложений. Вот, эти деньги я получу на свой криптокошелек на бирже Bybit. Все, ребята, на этом буду прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку. Если вы хотите отслеживать вот весь мой путь по всем этим проектам, добро пожаловать в мой открытый телеграм-канал. Первая ссылка в описании. Я там все буду показывать, сколько я вкладываю в проект, сколько я там вывожу из проекта, что я там качаю. В общем, буду показывать прям все по шагам. Ребята, хочу вам пожелать быть проактивными. Берите на себя полную ответственность. Перестаньте ныть, перестаньте жаловаться, топите и работайте над собой. Только так вы сможете чего-то достичь с нуля. Я собираюсь заработать на этом огромные деньги. Да, если ничего не получится, я ничего не потеряю. Если вся эта движуха прогорит, я ничего не потеряю. Ничего вообще. Я всегда выигрываю. Всегда. Я либо зарабатываю деньги, либо зарабатываю опыт. Но зарабатываю я всегда. А если я зарабатываю опыт, я заработаю огромные деньги в будущем с помощью этого опыта. Вот и все. Вот такое у меня мышление. Вот вам мышление миллионера.
Я всегда в плюсе, что бы ни случилось. С любой ситуацией я извлекаю пользу. Абсолютно с любой. И в таком случае невозможно проиграть. Просто невозможно. Я всегда учусь. Всегда учусь. Я всегда плыву. Вот как сказал Оскар Хартман, очень крутую фразу сказал. Ловит волну тот, кто уже плыл. Я всегда плыву. Я всегда приобретаю опыт и знания. И он накапливается, да, это как снежный ком. И потом какая-то тема, какой-то тренд, я уже залетаю туда подготовленным, я уже плыл. А многие хотят вот сразу запрыгнуть куда-то и все, и чтобы у них все поперло. А когда они не могут запрыгнуть, они жалуются, говорят, вот, у меня нету того, у меня нету сего, у меня нету рефералов, еще там чего-то у меня нету. Так чтобы они были, нужно плыть, нужно шаг за шагом это все качать. Постепенно, потихонечку. Приобретать опыт, знания, подготавливать базу. Вот как я сидел в общежитии, да, когда все играли в доту, я, блин, каналы перезаливал. Я работал над своим будущим, я уже тогда базу готовил, чтобы когда я вот выйду из универа, да, я не пошел на работу, а сидел уже на квартире и зарабатывал деньги из интернета. Я уже тогда, 10 лет назад, базу готовил. И вот сейчас я плыву. Я плыву, приходит волна, я в нее залетаю, потому что я уже на опыте. А вы хотите сразу куда-то запрыгнуть. Подготавливайте базу, и когда придет тренд, придет волна, вы будете во всеоружии, вы влетите и заработаете огромные деньги. Все, вот всем такого желаю. Всем удачи, пока.